Что ж, прежде чем мы пойдем дальше, позвольте мне сказать следующее. Большинство из того, что мы обсуждали на этом курсе, достаточно понятно. И если вы евангельский христианин, то все это для вас достаточно приемлемо и согласуется с вашими убеждениями. Вот это обсуждение, которое мы с вами сегодня начали, продолжим на следующих занятиях, и также будем затрагивать на дальнейших курсах по богословию, может вызвать определенные разногласия между нами. И это нормально. Есть много прекрасных, замечательных христиан, проповедников, учителей Библии, которые придерживаются противоположных позиций на этот счет. Я думаю, мы должны стараться понять каждого из них и проявлять уважение к тому, кто с нами не согласен. И я прекрасно понимаю, что к концу этих лекций мне не удастся убедить всех вас верить так же, как и я. И это тоже нормально. Но давайте продолжим. Когда речь заходит о детерминизме, особенно если вы утверждаете, что вы детерминист, и в то же время признаете наличие какой-то свободной воли, то понятно, что ожидается, что вы должны все хорошенько объяснить. Потому что на первый взгляд кажется, что позиция детерминизма не может согласовываться ни с каким принятием свободной воли. Поэтому нам нужно все очень хорошо и подробно объяснять. И я думаю, что неплохо было бы начать наше обсуждение с разговора о идее неизбежности или необходимости. И философы, когда говорят об этой идее, подразумевают разные понятия. Но позвольте мне упомянуть два таких понятия, которые наиболее уместны для нашего обсуждения. И здесь на слайде вы видите цифру 1 и цифру 2. Я не нашел лучшего способа, как это сделать, но я думаю, вы понимаете, что имеется в виду и о чем идет речь. Но прежде всего, что мы имеем в виду, когда говорим, что что-то неизбежно? Что ж, все, что должно произойти, все это неизбежно. Это основное значение этого термина. Все то, что должно произойти. И если таково у нас основное определение, то разве не должны мы сказать то, что мы уже говорили об установлении Божьем, что все, что Бог установил, неизбежно, вот именно в этом значении, в первом, потому что это должно произойти. Что ж, таково первое значение неизбежности. Но есть и второе значение неизбежности, которое уместно обсудить в нашем случае. Оно немного отличается, на мой взгляд, от первого значения неизбежности. Второе значение неизбежности подразумевает необходимость поступать в соответствии со своей внутренней природой. Итак, я повторюсь, неизбежность 2 — это необходимость поступать в соответствии со своей внутренней природой. Что же это означает? Означает это следующее. Вы и я, каждый из нас, наделены, можно так сказать, определенными дарованиями. У нас есть интеллектуальные способности, физические способности. И вот эти наши составные части определяют нашу сущность, то, кем мы являемся, какими мы сотворены. И теперь, если мы что-то собираемся сделать или подумать о чем-то, то мы вынуждены использовать те дарования, которыми мы наделены. А если мы будем использовать те дарования, которыми мы наделены, то мы, можно сказать, неизбежно совершим те поступки, которые обусловлены теми дарованиями, которые у нас есть. Вот приведу пример. Если бы мне нужно было принимать решение, скажем, мне нужно выйти из этого класса в коридор, и при условии тех физических способностей, которыми я наделен, я думаю, этими физическими способностями обладает каждый из нас. Есть определенный путь, который я должен пройти для того, чтобы выйти с этого места в коридор. Я могу пойти,
могу побежать. Я также могу, ну, скажем, если бы я был гимнастом, я мог бы на руках, вниз головой пройти. Я мог бы, скажем, сделать сальто или там колесом каким-то образом выкатиться из этой комнаты. Я бы также мог лечь на пол и крутиться или выползти вообще из этого кабинета в коридор. Вот при условии обладания тем физическим телом, которое у меня есть, то неизбежно, если я захочу выйти из этого класса, я сделаю это определенным образом. И, скажем, я не смогу начать размахивать руками в надежде, что я смогу вылететь из этого класса в коридор. Это не моя природа. У меня нет крыльев, чтобы перелететь с одного места в другое. И поэтому необходимо, если я хочу выйти из этого класса в коридор или просто перейти в другую часть этого класса, сделать это одним из нескольких возможных способов при условии той физической природы, того тела, которое у меня есть. Что ж, я думаю, для вас должно быть очевидно, что что-то может быть неизбежно во втором значении неизбежности, и при этом не будет неизбежно согласно первому значению неизбежности. Скажем, если я решу выйти из этого класса в коридор, то я неизбежно, согласно второму значению неизбежности, выберу один из возможных для меня путей, это сделать. Но это не означает, что я должен выйти из этого класса. Вы можете сказать, ну, когда-то вы должны будете выйти из этого класса, но я могу принять решение оставаться в этом классе до конца моей жизни. Может, это и неразумное решение, но оно возможно. И также это не означает, что я должен выйти из этого класса в какой-то конкретный момент времени. Поэтому, если я решу выйти, то я сделаю это на основании тех дарований, тех способностей, которые у меня есть, но я не обязан выходить. Но я могу просто не захотеть выходить. Итак, это различные значения неизбежности. Далее мы переходим к такому понятию, как ограничение. И тот факт, что я даю определение ограничения, после того, как я дал определение неизбежности, вполне намеренный. Итак, почему я делаю это намеренно? Я делаю это намеренно, чтобы показать вам, что что-то может быть неизбежно, но при этом не быть ограниченным. Скажем, если я захочу выйти из этого класса, я буду вынужден сделать это в соответствии со своей природой. Это неизбежно во втором значении, что я либо пойду, либо побегу, как я уже упомянул. Но это не означает, что я ограничен и не могу выйти из класса. Итак, что же подразумевается под ограничением? Что ж, ограничение — это обычно что-то внешнее, хотя это также может быть и что-то внутри, что вынуждает вас сделать что-то, что вы на самом деле не хотите делать. Поэтому поступать в соответствии с ограничениями означает, что вы ведомы чем-то, что находится вне вас, будь то Бог, будь то власти, или даже ваш друг или ваша семья, или чем-то, что внутри вас, скажем, неврологические или психологические расстройства, то, что заставляет вас что-то сделать, и вы не можете контролировать это. Таким образом, вы ведомы всем этим, и из-за этого совершаете определенные поступки, причем не те поступки, которые вы хотели бы совершить. Что ж, сказав все это, мы можем с вами продвинуться немного дальше и разобрать различные значения и виды ограничений.
И первое ограничение, мы обозначили его цифрой 1, относится к ограничению воли. Итак, вот этот вид ограничений относится к решениям человека, когда человек использует свою волю. Он, скажем, решает что-то сделать, но при этом он решает сделать то, что на самом деле не очень-то и хочет. Я думаю, мне удастся помочь вам понять эту идею при помощи одной иллюстрации. Представьте, вы работаете кассиром в банке. И вот в отделение банка вламываются грабители, подходят к вашему окошку и направляют на вас дуло пистолета. И говорят, пересыпать все деньги из сейфа в сумку, иначе они грозят прострелить вам голову. Что ж вы скажете? Есть ли какие-либо другие варианты действий? Но, скорее всего, вы сделаете именно то, что требует грабитель, потому что он настроен очень серьезно. И вот перед вами встает решение. Я думаю, вы не сильно-то хотите опустошить сейф, все переложить в сумку грабителя и позволить грабителям уйти с деньгами. Но, с другой стороны, вы не хотите, чтобы вас убили. И вы вынуждены из-за угроз грабителей принять решение. И это волевое решение, и, скорее всего, вы отдадите деньги. Но даже несмотря на то, что вы принимаете волевое решение, вы решаете сделать то, что на самом деле не хотели бы делать. Но другой вариант развития событий для вас еще менее предпочтительный. Поэтому можно говорить о том, что вы принимаете волевое решение, находясь под ограничением. Но вот давайте посмотрим на следующий слайд. У нас здесь появилось добавление после цифры 2, ограниченная воля личности. И я постараюсь объяснить, о чем идет речь. В этом случае идет речь о таких ограничениях, которых оказывается человек, которые могут привести к различным эмоциям, но при этом не принимается никакое волевое решение. Можно сказать, что вы просто плывете по волнам, и вы не можете ничего изменить, вы не контролируете ситуацию. И опять же, я приведу иллюстрацию для того, чтобы помочь вам понять, о чем мы говорим. Вот представьте, что сегодня после занятий вы решили прогуляться, скажем, по соседним улицам. И вот гуляя, скажем, вы идете по обочине дороги, и вот мимо проезжает машина, и водитель не сильно следит за дорогой. И более того, едет он очень быстро и совсем неуверенно. И прежде чем вы опомнились, он врезается прямо в вас, и вот вы летите, отброшенные от машины метров на 10, куда-то в кусты, скажем. И при этом не возникает вопросов, что вы переместитесь из точки А в точку Б. И также нет вопросов о том, что вы вынуждены переместиться из точки А в точку Б. И также совершенно ясно, что в этом случае ограничений вы не принимаете никакого волевого решения относительно того, что должно произойти. Вы лишь жертва обстоятельств. Поэтому этот вид ограничений еще более непреодолим, еще более серьезен, чем первый вид ограничений, который мы на слайде обозначили цифрой 1. Теперь, для чего же мы давали эти определения ограничений? И дело вот в чем. Ни детерминист, а также ни индетерминист, но особенно важно сейчас понять позицию детерминиста,
что он также не скажет вам, что поступок, совершенный под этими ограничениями, это свободный поступок, в каком бы смысле мы ни понимали свободу. Итак, принимаете ли вы волевое решение, или вы просто плывете по волнам и перемещаетесь из точки А в точку Б, если вы действуете, находясь вот в таких ограничениях, то даже детерминист скажет, что вы не свободны. И уж, конечно, индетерминист не согласится, что вы действуете, руководствуясь свободной волей, скажем, либертарной свободной волей. Но, с другой стороны, все-таки есть понятие свободы, которую признает детерминист. Не только индетерминист, но и детерминист. И это понятие связано со вторым определением неизбежности, о котором мы с вами говорили несколько минут тому назад. И вот эта свободная воля называется добровольной или детерминистской свободной волей. Она подразумевает поступки, совершенные в согласии с вашей природой. И вы совершаете эти поступки не потому, что вы вынуждены их совершать, а потому, что вы хотите их совершать. Так что ваши решения могут быть обусловлены какими-то факторами, но, тем не менее, они свободны, потому что вы делаете то, что хотите делать. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, мы с вами еще вернемся вот к этому определению свободной воли. И разберем это определение более подробно. Ну а сейчас вы можете посмотреть на то, что высвечено у вас на экране. Мы с вами поговорим о богословских концепциях, затрагивающих понятие воли. Вы можете сказать, ну подождите-ка, разве все, о чем мы говорили, не было богословием? Вот большую часть из того, что мы с вами уже обсудили, можно отнести к светской философской теории поведения. Вы не найдете библейских текстов в поддержку того или иного определения. Мы, конечно, хотим знать, что имеется в виду в Писании, когда говорится о людях как о свободных существах, вот в свете этих определений. Я также говорю об этом, потому что все те определения, которые мы с вами разобрали до сего момента, рассматривают поведение и поступки человека с позиции, с перспективы, которая не включает в себя понятие греха и его влияние на жизнь человека. А сейчас, когда мы с вами будем разбирать богословские концепции, затрагивающие понятие воли, мы с вами будем говорить и о других факторах, таких как грех, которые влияют на поведение человека. И многие определения я беру из трудов Кальвина, и есть несколько значений, в которых он использует понятие «свободная воля». И первое такое значение, которое мы с вами разберем, это свобода Адама до грехопадения. И вот эта свобода включает способность силу выбирать между добром и злом. И вот в чем здесь мысль. Имея возможность избирать добро, Адам также имел возможность избирать зло. Вы понимаете, если нет греховной природы, то нет и влияния этой греховной природы на выбор человека. Поэтому до
грехопадение Адама и Евы. Адам и Ева обладали свободой выбирать либо добро, либо зло, и было так же просто выбрать добро, как и выбрать зло. Но есть еще одно значение свободной воли, о котором говорит Кальвин. Он пишет, что человек, который обладает свободной волей до высочайшей степени, то такой человек будет избирать только добро. И, конечно, Кальвин при этом добавляет, что избирание только доброго невозможно без божественного вмешательства. И, к сожалению, в этой жизни, хотя мы и наделены божественными дарованиями, божественной силой, которая призвана помочь нам, мы не всегда прибегаем к этой силе, поэтому мы порой избираем то, что является злом. И к этому мы также должны еще добавить вот что. Люди, которые обладают вот такой свободой, о которой идет речь, это те люди, которые будут жить в прославленном теле. То есть до тех пор, пока вы не умрете и не окажетесь на небе, либо Господь не придет и восхитит вас, невозможно избирать только добро. И вот Кальвин говорит, что это самая величайшая свобода из-за всего этого негативного влияния греха. И если вы рассматриваете все это глазами светской философской теории поведения, в которой говорится о природе человека, о том, почему человек делает то или иное, предопределены ли его поступки или нет, вот эта свобода не будет казаться наивысшей свободой для того, кто, скажем, придерживается либертарной теории. Потому что если единственное, что вы можете избрать, это добро, и при этом не быть способным делать ничего другого, то это уже не согласуется с либертарной свободной волей, потому что вы помните определение, что, что бы вы ни избирали делать, всегда есть возможность поступить иначе. А здесь это невозможно. Но если мы готовы добавить к этому богословский аспект влияния греха на нашу жизнь, и осознаем то, что Библия говорит о грехе, и то, насколько нам тяжело избрать добро из-за влияния греха, то мы поймем, о чем говорит Кальвин. Кальвин также пишет о связанной воле. И здесь он говорит в основном о том, и, можно сказать, исключительно говорит о том, что подразумевается в Библии, когда речь идет о рабстве греха. Связанная воля — это такая воля, которая порабощена греху и посему не может ничего делать, как только грешить. И, конечно, это то состояние, в котором находится каждый человек, прежде чем принять Христа. Но означает ли это, что каждый, кто согрешает, не может поступить иначе, как только согрешить, из-за влияния греха на нашу жизнь? Кальвин скажет в этом случае «нет». Связанная воля, она, тем не менее, все еще остается свободной волей, в том смысле, что человек поступает спонтанно, но в соответствии со своей природой. Просто будучи грешником и при этом не будучи рожденным свыше, человек по своей природе склонен избирать то, что греховно. Никто не заставляет нас идти вопреки своим желаниям, делать то, что неправильно. Поэтому связанная воля — она свободная воля с точки зрения светской философской теории поведения. Мы не ограничены. Но если при этом посмотреть, что говорит Писание, и основываясь на этом Писании, что говорит Кальвин, то воля связана, потому что она находится
в рабстве греху. И вы должны здесь понимать, что связанная воля не равноценна ограниченной воле. Почему? Да потому что то, к чему склоняет нас грех, это то, что мы сами хотим сделать. Поэтому, когда мы принимаем греховные решения, мы не поступаем вопреки своей воле. Мы очень радуемся, когда принимаем такие решения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.